Сложная для нас была игра. Команда соперника очень хорошо играла сегодня. Уже на вторую игру. Но мы рады, что мы выиграли. Спасибо. Спасибо. Александр Славович, ваше мнение по сегодняшнему матчу? Мы проводим хороший второй матч, но очков нам не прибавляется. По матчу скажу, что начали плохо. Плохо, потому что заработали сразу очень ненужные удаления, ненужные. И так, почему ненужные? Потому что за них наказывают. С такой командой, как СКА, это непростительно. То есть непростительно, потому что их и не простили. Вот. Не бросили играть. То есть работали, ребята молодцы. Работали до конца, но сегодня победил СКА. Тем не менее, ребят поблагодарил за матч. Хочу поблагодарить болельщиков сегодня. Было здорово при таких трибунах играть очень хорошо. Готовимся к выезду. Спасибо. Все. Вопросы, пожалуйста. Вопросы будут? Нет? Спасибо. А, секундочку, секундочку. Нет, пожалуйста. Не сложно, второй период показалось, что довольно тяжело сложился для СКА. Заслуга больше вот Северстали, что команда раскладывалась. Где пропущенные шайбы? Одна. Вы откуда смотрели-то? Ну, не сказать, что тяжело. Да, пропустили одну шайбу, но у нас тоже было очень много шансов забить. Поэтому здесь у вас свое мнение, у меня ничего свое. Еще просто будут, да, Константин? Александр Вячеславович, 1 января опять промолчал, сказывается потеря Чернова. Ну, в какой-то степени, да. То есть, сыгранность выпала, Полок номинально у нас не центральный нападающий. То есть, но самое главное, выпало первое звено, где-то сработало второе. Так что тут работа должна идти на команду, а не на какое-то определенное звено. Работать вся команда должна. Все, спасибо большое. Спасибо.